Итак, продолжаем наши репортажи. 8.29, 28 марта. Ну, переговорил я как смог с этим парнем. Значит, основная его претензия была сначала, что я вроде бы его снимаю. Потом претензия, что я вроде бы ему мешал, перегрузку осуществлял. Ну да, тут полностью согласен. Тут у меня и с начальством был разговор, не очень приятный для обеих сторон. Сейчас, конечно, лучше не мешать. Вот трактор же будет свертеться. Это полностью согласен. В общем, поговорили мы с ним, обоюдно довольны и расстались, и дальше поедем с вами на дикую дорогу.